Здравствуйте, с вами Рынолог Юрий Исламов, и в этом видео я хочу поздравить вас с наступлением новой жизни, с наступлением нового года, но при этом это видео подходит не только для тех, кто входит в новый год, но одновременно для тех, кто решил запустить новый этап своей жизни. И как раз задача этой формулы – помочь вам реализовать это намерение, помочь вам перейти и запустить процесс реализации ваших желаний. Также эта формула может помочь осознать вообще свои желания. Ну и также еще один из основных эффектов этой формулы, которая называется «Новый год», это избавление от прошлого. То есть можно было еще назвать как «начало новой жизни». Но как раз запуск этой формулы в Новый год очень даже уместен. Также эту формулу можно запускать в дни рождения, либо в ситуациях, когда вы находитесь на перепутье и хотите начать жизнь с нового листа, либо просто поменять и повысить качество этой жизни. Как раз три руны, входящие в состав этой формулы, руна Урус, руна Дагас, руна Вуньо, помогут вам гармонично перейти в новую реальность. Руна Урус в этом случае как раз символизирует силу и начало нового. Это главная руна новых начинаний. И одновременно она наделяет уверенностью и дает своеобразный пинок. Она создает условия, достаточно могут быть даже жесткие, но одновременно заставляющие вас перейти в новую реальность, если вы сопротивляетесь. Если вы уже готовы сами к этому прикладывать какие-то усилия, то в этом случае руна Урус просто ускорит этот процесс. Ну и одновременно поможет вам поверить в себя. Это первый эффект руны Урус. Второе проявление в этой формуле – это руна Дагас, которая как раз символизирует в том числе и зимнее солнцестояние. Но в любом случае вот эти переходные моменты из старой точки в новую точку, из старой реальности в новую реальность – это метафора Дагаза. Это руна рассвета, руна новых начинаний, но одновременно она еще наводит порядок, помогает закрыть слабые места в своей реальности, чтобы это старое прошлое вас отпустило и помогло вам выйти на новый уровень. Ну и одновременно руна Дагас – это руна перехода на новое качество жизни. Ну и одновременно перезагрузка своеобразная. Также руна Дагас трансформирует и преобразовывает как и вашу личность, если вы работаете с этой формулой, и также ваше окружающее пространство. Ну, в общем, она помогает навести порядок, четко осознать, куда вы двигаете, и увидеть тот самый горизонт впереди, откуда как раз мы по утрам, возможно, вы имели опыт встречи рассвета. Вот как раз это и есть форма Дагаза, когда мы на горизонте ожидаем, вот сейчас солнце выйдет, и когда выходит, мы понимаем, новый день наступает, новая надежда приходит, и мы начинаем верить, что у нас все получится. Это как раз задача руны Дагас. Ну и третья руна Вуньо, которая задает вектор направления, одновременно она символизирует радость и исполнение желания. Также это руна праздника и, конечно же, Новый год, также праздники, дни рождения, под которые тоже эта формула подходит, они являются всегда такими праздничными сами по себе. Мы как бы фиксируем, что старый жизненный этап у нас заканчивается, и мы в предвкушении нового входим как раз в новую реальность, в дверь, в новую жизнь. Это как раз метафора Вуньо. Ну и плюс это руна развлечений и исполнение желаний. То есть она помогает осознать свои намерения и желания, выстроить вектор движения и одновременно запускает их в реализацию. Потому что один из главных эффектов этой формулы – это реализация ваших желаний, запуск реализации ваших желаний, которые вы, например, могли загадать на Новый год, и, возможно, в момент загадания вы могли на листочке с этими желаниями написать эту формулу, она тоже бы вам помогла в исполнении этих желаний. Давайте еще раз проговорим, какая цель формулы результаты. Цель формулы – помочь перейти в новый жизненный этап. Одновременно эту формулу можно использовать как в дни, как Новый год праздничный, который очень символически подходит под этот рунический став, одновременно в дни рождения и также в ситуации, когда вы решили просто начать новую жизнь. Это может быть в любое время. Главное, если у вас есть такой серьезный настрой, в этом случае формула тоже является универсальной и не привязанной к временной точке. Эта формула может помочь закрыть прошлые долги, помочь выбраться из прошлого, скинуть старое обличье, начать новую жизнь, осознать, куда двигаться в жизни, чем заниматься, как реализовываться, увидеть свой вектор направления, свой вектор реализации, своего личностного потенциала, одновременно осознать свои желания и намерения, и эта же формула запустит их в реализацию, будет буквально притягивать ситуацию для того, чтобы вы быстрее их реализовали. И можно сказать, что эта формула также является формулой удачи.
То есть она помогает выбраться из кризиса. Ну и для тех, кто находится в кризисе, эта формула тоже замечательно подходит. Это антикризисная формула. И для тех, у кого все замечательно, формула может помочь еще лучше сделать свою жизнь. И если у вас кризис либо проблема, эта формула может помочь навести порядок и выйти из него в новое светлое будущее. Ну еще можно было назвать, что это формула перехода в новое светлое будущее. Здесь тоже эта метафора в этой формуле присутствует. Эффекты основные, конечно, приток сил, приток уверенности может проявиться, но также эта формула может вскрыть слабые места в вашей реальности и заставить их отремонтировать. Возможно, это может проявляться в ремонтных работах в отношении, там, не знаю, вашего автомобиля, вашей квартиры, чего-то, что вокруг вас находится. Возможно, это ремонтные работы по здоровью, где вы осознаете, что у вас есть слабое место и займетесь им. В любом случае, догаз – это ремонтные работы, которые обязательны перед тем, как мы входим в новую жизнь. Ну, это как, если мы собираемся на машине куда-то двигаться, то, конечно, сначала рекомендуется ее проверить, то есть сделать техническое обслуживание, подкорректировать ее, там, заменить масло, заправить бензин. Вот как раз догаз эту идею несет. И вместе с УРУЗом как раз она помогает провести это ТО полноценно, увидеть горизонт, увидеть направление, куда мы хотим выдвинуться в новой жизни и начать туда перемещаться. Плюс догаз еще руна, которая повышает качество жизни. Ну и в нее, конечно, здесь способствует реализации ваших желаний, исполнению ваших желаний. То есть один из эффектов – это запуск ситуации, которые помогут вам реализовать ваши сокровенные желания. Также эту формулу можно использовать на свои желания. Противопоказания какие? Но если у вас нет желания начинать новую жизнь, вас и так все устраивает, и вы прям очень сильно ценитесь, у вас нет желания вообще ничего не менять, тогда эта формула, конечно, вам не подходит. То есть нужно понять, что здесь все-таки элемент новой жизни четко присутствует. Как запустить в работу формулу? Ну, в первую очередь, сама формула запускается на Новый год, хотя ее можно запускать в любой момент, но новогодний праздник, он очень хорошо подходит под эту формулу. И самый простой способ, как вы можете запустить, возможно, многие из вас на новогоднюю дату, как раз в новогоднюю точку, когда звучат куранты, записывает свои желания, и даже некоторые сжигают, и потом в пепел, в бокал с вином распаковывает и выпивает этот стакан шампанского. Такая традиция у многих бывает. Возможно, вы как-то в другой форме это делаете, но в любом случае многие из вас загадывают желание. В идеале это сделать на листе бумаги. Вот в этом случае, если вы делаете процедуру загадывания желания, я рекомендую как раз перед тем, как это сделать, повизуализировать эту руническую формулу в своем сознании и на листе бумаги, либо с другой стороны от своих желаний, либо прямо на желание наложить эту формулу, чтобы буквально эта формула вас туда перевела, чтобы она запустила реализацию ваших желаний. То есть самый простой способ – написать список желаний на следующий год, планов, целей, и на нее эту формулу нанести. Эта формула поможет вам прорваться как раз в реальность, где эти желания – данность, естественная данность для вашей жизни. Ну, как бы то, что они исполняются – норма. Вот именно в такую реальность эта формула вас переведет. Это самый первый способ. Второй способ – вы можете просто повизуализировать с этой формулой, поработать все праздничные дни. Ну, если это Новый год, то я рекомендую как раз до старого Нового года поработать с этой формулой, чтобы она буквально закрепилась. А потом уже не нужно, она и так уже сама по себе создаст вектор на весь год. Если вы ее ставите не в новогодние праздники, либо не в день рождения. После дня рождения тоже рекомендуется поработать дней 12 в момент рождения с этой формулой. Если вы просто сейчас решили начать новую жизнь и уже не привязаны к циклу, ну, то есть смотрите это видео, например, где-то весной или летом, то в этом случае вы также можете от момента, когда приняли решение, что начинаете новую жизнь, поставить эту формулу на себя, либо на листок бумаги нанести, либо на тело, либо визуализировать, либо на фотографию. Ну, подробности этого даются на основном курсе по рунам. И также поработать около 12 дней. Каждый день прям включая эту руническую формулу. Но самый простой способ – это визуализация. Просто визуализируя эту формулу и проговаривая намерение. Я для вас подготовил намерение к этой формуле. Но одновременно перед этим давайте небольшую медитацию сделаем. Очень короткую, очень лаконичную. Просто прямо сейчас внимательно посмотрите на эти три руны. Руна УРУС, руна Дагас, руна Вуньо, которые прямо сейчас, в этот торжественный момент, когда вы приняли решение, что начинаете новую жизнь, что начинаете для себя Новый год, неважно, в какой день вы смотрите, в каком дне календаря вы просматриваете и слушаете эту запись. В любом случае, раз вы дошли до этого момента, значит, у вас есть непоколебимое намерение начать новую жизнь, улучшить
качества своей жизни. Возможно, у вас есть какие-то намерения, либо вы хотите, чтобы они появились, которые вы хотите, чтобы реализовались. Возможно, сейчас эти намерения вам кажутся недостижимыми, но эта формула поможет сделать их достижимыми. Она поможет сделать их естественными для вашей жизни, сделать это данностью. Вот просто подумайте над этой идеей, которую я вам предложил, визуализируя эти три руны. Прям закройте глаза, визуально представьте эти три руны: руна Урус, руна Дагас, руна Вуньо. Произнесите их название и подумайте о своем новом жизненном этапе. Визуализируя эту формулу, просто подумайте, какую бы новую жизнь вы хотели. Поразмышляйте прямо здесь, сейчас, визуализируя эту формулу. Не нужно это прям долго делать, но в любом случае запустите мыслеформы своей новой жизни. Представьте, как бы вы хотели жить, кем бы вы хотели быть в этом новом жизненном этапе, чем бы вы хотели заниматься, как бы вы хотели зарабатывать, сколько бы вы хотели зарабатывать, как у вас ситуация в отношениях разворачивается в новой жизни, в которой вы сейчас начинаете переход, с кем, возможно, вы уже знаете, хотите выстраивать эти отношения. Возможно, вы не знаете, но можете представить того идеального партнера либо партнершу, которого хотите притянуть в этой новой жизни. Можете представить, как вы с ней гармоничные отношения или с ним выстраиваете, как вы вместе проводите досуг, получаете удовольствие от общения друг с другом. Одновременно относительно здоровья можете представить, как ваше здоровье улучшается, становится лучше. Возможно, ваше тело преобразовывается в более совершенную форму. Возможно, ваше психическое, эмоциональное состояние улучшается. Можете тоже об этом поразмышлять и даже в этот момент, визуализируя эту формулу Урус, Дагас, Вуньо, прямо ощутить, как это желаемое состояние уже с вами здесь сейчас начинает происходить. Возможно, прочувствовать, как ваше настроение начинает повышаться, потому что эта формула может помочь, кстати, и улучшить настроение эмоциональное, поверить в то, что все получится. И вот, визуализируя все это, добавьте к этому что-то от себя еще в других сферах жизни. Возможно, что-то связано с достижениями, с творческой реализацией. Возможно, кто-то из вас там хочет написать какой-нибудь музыкальный альбом или написать книгу, как я вот сейчас, у меня в планах есть, когда я даю эту медитацию. Возможно, у кого-то какие-то другие спортивные задачи или цели есть, либо покорить какую-то вершину, съездить в какое-то путешествие. В любом случае у вас могут быть большое количество различных желаний, намерений. И, возможно, из них есть те, которые вы не верите, что они возможны для вас, но вы хотите. Вот попробуйте прямо здесь сейчас вспомнить эти желания, намерения. Вот прямо ощутите, что именно здесь сейчас, в какое бы время года вы не смотрели это видео, как будто бы начинается Новый год. И вот этот отпечаток Нового года, он уже заключен в этой медитации, в этом видео, так как в Новый год именно записывается. А в Новый год происходят чудеса. И эти чудеса начинаются с того, что то, что касалось недостижимым для вас, может стать естественным в вашей жизни. Поэтому прямо сейчас вспомните те желания, которые вам казались раньше недостижимыми. И просто здесь сейчас поверьте, что это норма для вас. И эти желания исполнятся, в том числе и благодаря вашим усилиям. Не просто так они свалятся на вас с неба, но они исполнятся благодаря тому, что вы вознамерились прямо здесь сейчас их исполнить. И вы начнете действовать, и реальность будет всячески вам помогать с этого момента. Как только вы примете решение, что да, я достоин, и это возможно для меня. Прямо сейчас помните эти намерения, желания, и поверьте в их возможность лично для вас, что они в вашей жизни произойдут, что это все исполнится и достижимо для вас. Увидьте луч света и надежду и веру, которая освещает ваши желания, подсветите их светом. Прям визуально представьте, ощутите, как будто эти желания, намерения с вами уже происходят здесь сейчас. И при этом мысленно представляя, ощутите, что это как будто озаряется светом, как будто солнечный свет все это озаряет, подсвечивает для вас и делает достижимым, делает естественным, и даже намекает о том, что вы можете этого достичь гораздо быстрее, чем себе позволяли, и эта формула вам в этом поможет. Зафиксируйтесь на своих желаниях, намерениях. Возможно, они только сейчас под звуки моего голоса у вас начали появляться. Если есть необходимость, поставьте на паузу и как следует поразмышляйте, помедитируйте на свои желания, но при этом удержите внимание в этой формуле. Когда закончите, уберите паузу и проговорите намерение к этой формуле. Данная руническая формула выводит меня в новый жизненный цикл, преобразует меня и мою реальность в новую лучшую форму, способствует избавлению от ограничений прошлого, а также помогает осознать свои желания и запустить их в реализацию, перейти на новое качество жизни. Так и есть. Повторите еще раз это намерение вместе со мной, визуализируя формулу Урус, Дагас, Вуньо. Данная руническая формула выводит меня в новый жизненный цикл, преобразует меня и мою реальность в новую лучшую форму,
способствует избавлению от ограничений прошлого, а также помогает осознать свои желания, запустить их в реализацию, перейти на новое качество жизни. Так и есть. Ну и, конечно же, поздравляю вас с наступлением нового года в вашей жизни, нового жизненного цикла, раз здесь сейчас вы решили запустить эту руническую форму. Ну и в конце, конечно, предлагаю вам присоединиться к полному обучающему курсу по рунам «Рунический круг силы». Это всегда вступление в этот круг, это новый жизненный цикл. Уже сам по себе участие в руническом круге силы – это уже новый жизненный цикл, в котором мы всегда уже начинаем познавать окружающий мир и улучшать качество этой жизни. И, конечно же, внизу под этим видео по ссылкам вы можете найти бесплатные вводные курсы, три бесплатных вводных курса. Это рунный курс молодого бойца, это гадание на рунах и магическое влияние, которые уже дадут много полезной информации для начала полноценной практики с рунами. И там же вместе с этими курсами вы увидите ссылку на основной курс «Рунический круг силы». Как только созреете и вознамеритесь начать по-настоящему новую жизнь, вступайте в этот курс, пишите мне и встретимся на прямых эфирах и на занятиях по обучению рунам. Ну и одновременно поставьте лайк, напишите положительный комментарий. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь. До встречи в новых видео, в новых занятиях и с наступающим вас Новым годом. Желаю вам исполнения всех ваших желаний. Ваш рунолог Юрий Исламов. Успеха, удачи!